I've seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Like you already knew me, that's why we get along. Yeah, I know that this will never go. Ooh, it's cinematic in the way we connected. Girl, you're so familiar, I never expected you to be right in my arms. And my favorite part, how you talk in the dark. Oh God, there's something about the sound of you is stuck in my head. I'm hopelessly romanticizing all that you said. Even though I see that I'm in too deep, I still gotta let you know that I never wanted anyone more. Falling forwards onto the floor, feels like I felt this feeling before. Before I've seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Like you already knew me, that's why we get along. Домой. И сейчас я буду показывать покупки. Это вот такой вот ежедневник. Его я как сразу пришла, украсила наклейками. Самодельными, и которые у меня были. Он очень красивый, с закладкой. Я его уже хотела оформлять. Здесь есть 80 листов. А еще я купила наклеечки с напитками. Они очень красиво блистают. Здесь есть повторки наклеек. А сейчас мы немножечко приберемся. Кстати, у мандаринки появился братик. Это вот такой вот мишка. Его я нашла в кладовке. Я его почистила. И сейчас я его хочу немножечко расчесать. Но сделаю это не сейчас, а попозже. И еще у мандаринки есть новая игрушка. Для нее я решила сделать свитерочек и постельку. Этот свитерочек я сделала из носков, ненужных. Сейчас я померю его на Лили. Кстати, вот эту вот хрюшку зовут Лили. Мы с мандаринкой, когда гуляли, увидели ее. И мандаринка сразу захотела ее купить. Она очень красивая. Я одела на хрюшку Лили свитерочек. Он получился немножечко маленьким. Может быть, потом я его переделаю. Ну а сейчас мы будем убираться в комнате мандаринки.
Первое, уберем вот эти вот сюрпризы и анкеты от школы Fun Fun School. Две анкеты. Значок. Тетрадку я хотела положить вниз, но потом я ее куда-то положу. Точилка. Листочек, блокнотик, папочка. Это я сейчас положу. Еще я мандаринки купила вчера вот такие заколочки. А вот эти вот все анкеты я положу вот в эту пакетик. И, кстати, этого Мишку я решила назвать Миша. Для него попозже я тоже сделаю комнатку. Вот эта вот точилка должна быть в магазине канцтоваров. Сейчас я его унесу. Про магазин я тоже сняла. Скоро будет такое видео. А сейчас мы положим тетрадку, блокнотик, папочку со значком. Ой, кстати, еще я забыла положить прищепочку. Положим вот сюда, вот вниз, чтобы они не потерялись. Я что, буду брать значок снизу? Да, мандаринка. Когда начнется сентябрь. Для Миши тоже потом. Может быть, я оставлю заявление в какую-то школу. Потом я буду заполнять свой ежедневник вместе с вами. Сбоку этих страничек есть такие красивые цвета. Фиолетовый, чуток розового и синенький. А, еще, кстати, бирюзовый. Он сам бирюзово-синий или голубой. Мне очень понравилось, как я его разукрасила. Ну а сейчас мы с мандаринкой будем играть. И с Мишей тоже. Мандаринка, во что ты хочешь поиграть? Давай поиграем в эти стесы. Вот в эти? Да. Еще у тебя есть квиши. А сегодня еще я заказала для мандаринки канцелярию в первый класс. Давайте ее откроем. И здесь есть вот такая вот линеечка. Ее ширина до 12 сантиметров.
Я ее заказала, потому что мандаринкина потерялась. Дальше две ручки. Первая ручка вот такая вот. Вторая ручка вот такая вот, простая, без крышки. Ну и последнее, что есть в этом пакетике, это вот такие вот нейлоновые наклейки. Они на скрепке. Они очень красивые. На скрепочке они еще красивее. Вот столько канцелярии для мандаринки я заказала. Сейчас мы с мандаринкой будем играться со сквишами. Ну а вам всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.